Всем привет-привет! Хочу похвастаться вот таким своим замиком. Я поняла, что ни разу, ни в одном обзоре я его не показывала. Этот черный замиокулькас, один из первых, который появился, я его покупала листиком, то есть покупала укорененный листик. Не знаю, сколько ему лет. Но вот когда они только начали появляться, я его взяла, этот листик купила, потому что, ну, не особо они тогда дорогие были, как бы, но в разведении они трудные. Наверное, это все знают, да? И на тот момент просто, ну, продавались листиками мало. Ну, они появлялись, но, как сказать, не в таком количестве, не в таком размере. То есть люди покупали их всегда, ну, как растения, как вот я, как все остальные, покупали для своей души, для своего разведения, только чисто для себя. Вот. И вот за, не знаю, за сколько лет, за много лет. То есть здесь, вот смотрите, можно увидеть, начинался, да, он отсушился. То есть это был старенький, но один из первых, я так понимаю, был. То есть вот эта вот картошка, вот она, у него ее уже видно. Вот. Да, моя... Блин, опять пилик-пилик. Моя вина была в том, что я его как бы сразу сажала вот в такой большой горшок. Но он, если видно, он засыпан не полностью, да, вот так вот он. Вот, и на данный момент вот он весь... В этом все. Надо его пересадить. Я его поливаю. Поливаю очень редко. Очень редко. Потому что я боюсь его залить. Есть у меня зелененький, а это вот черный. Вот, стоит он у меня около лампы в теплом углу. Вот, смотрите, какой красавец, да? Цвет такой прям вот, ну, красивый. Красивый. А вот это вот новая веточка. Да, вот та, наверное, отсушилась, потому что вот это было. Четвертый, когда я смотрела, а та вот, наверное, недавно отсушилась. Может быть, я ее сломала. Не помню я. Смотрите, как окрашивается она. Прикольно, да? То есть здесь зеленая. Такой контраст классный. Прикольно вообще. Если бы он так остался, было бы супер вообще. Представляете, такой красивый? Двухцветный. Класс вообще. И вот листики уже начинают окрашиваться, все. В общем, как-то так. И теперь я думаю, стоит ли его... Я боюсь, я эту ветку сломаю. Она здесь такая жирная. Ой. Вот здесь такая жирная, вот здесь вот. А вот там вот держится прям на чуть-чуть. И он вот такой вот. Но у меня там стоит на... В общем, его там подпирает вот так вот... Как сказать? Не полка, а... Цветочная такая, распорка цветочная его подпирает. То есть он там удобно стоит. И я так думаю, надо, наверное, насыпать сюда ему побольше земли. О, товарищи! Меня сейчас опять хейтеры заклюют. Я не видела этого. Честно я вам скажу, я этого не видела. Я его только сейчас полила. Вот этого я вообще первый раз вижу. Я его даже не вытаскивала оттуда. Я не думала, что здесь такие корни. То есть мне его, получается, надо вытащить оттуда. И даже в этот же горшок, но повыше посадить. То есть получается вот так. Надо его аккуратненько вытянуть. И прям в этот же, но повыше, наверное. Вот. Сейчас все сделаю. Может быть, не сейчас, а завтра. Сделаю я это, посажу его, такого красавца. Блин, до весны, наверное, тут ждать уже никак. Надо сажать. Надо. Вот. Пошла тогда. Сейчас. Может быть, даже сегодня посажу. Показала вам красоту свою. Всем желаю счастья, здоровья. Берегите себя, своих родных и близких. Всем пока-пока.